Надо нам завязывать так встречаться. Удачных выстрелов. Неудачно. Поберегись, парни. Посол. Эй, кто здесь, ваша мать? Я прикрою сзади. Давай к двери. Ломай. Вперед. Ложись, ложись. Какого хрена? Что ты здесь делаешь? Thank you.
Другу своему ты так не поможешь. Давай, бери. Давай. Вперед. Ложись, ложись. Какого хрена? Что ты здесь делаешь? Этот мудак Садаль-ад-Дин убил Маза. Казнил его Вудо. Лифт 1-6, лифт 1-6, это Мака-1. Внимание, судно захвачено. Один из группы Браво погиб. Нужна эвакуация. Мы тебя отсюда вытащим. Подними этого ублюдка. Недавний инцидент еще более обострил и без того непрочные отношения между Вашингтоном и Исламабадом. Пакистанское военное командование заявляет, цитирую, «Американские шпионы, действуя без санкций и беспричинно, захватили торговое судно, следующее в порт Карачи». Пакистан уже перекрыл линии снабжения НАТО в Афганистане и вновь потребовал прекратить полеты беспилотных аппаратов США. Американские дипломаты отказались прийти к нам на программу и заявили, что им ничего не известно об этом происшествии. Но посольство США в Исламабаде уже рекомендовало всем несвязанным необходимостью американцам покинуть страну.